Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Умные гаджеты, говорите, в Гомеле, в школе у ребенка загорелся телефон. Все дело в аккумуляторе. Тот перегрелся и вспыхнул. Пострадал, к счастью, только стул, на котором лежал телефон. И все вокруг дети, когда это произошло, кричали ребенку не трогать руками телефон. Видимо, так хотелось. Помните того гомельчанина Игоря, который вырастил на своем участке огромную тыкву? Так вот, он отправился на всероссийский агрофест со своим урожаем. И в итоге занял второе почетное место. У победителя тыква весила 544 килограмма. Для того, чтобы поехать на фестиваль, мужчине пришлось преодолеть более 1000 километров и воспользоваться услугами погрузчика. Страшный сон призывников на 2 недели раньше в армию, и я не шучу. Об этом сказала официальный представитель Минобороны. Все дело в том, что срок службы в армии не меняется, а вот срок отправки в армию раньше на 2 недели. Это связано с тем, чтобы призывники смогли подготовиться к основному обучению. Как вам такое?